Здравствуйте, с вами Светлана Кудрявцева. Поговорим о том, как с пользой и удовольствием провести в Самаре предстоящие дни. Наверняка вы уже привыкли, что каждые выходные в городе проходят масштабные фестивали. И, конечно, многое еще впереди. Иволга, Грушинский, Волгофест – все это ждет нас летом. Но в эти выходные предлагаю вам более спокойный отдых. Например, можно запланировать поход по музеям, по городским улочкам или просто посмотреть кино под открытым небом. Итак, в Самарском художественном музее открылась выставка мастера постановочной фотографии из Штутгарта Клауса Рудольфа «Там, куда ты смотришь». Направление, в котором работает художник, родилось из театральной фотографии, из изображения сцен пьес. Отделившись, постановочное фото стало играть свои роли, рассказывать свои собственные истории, ставить свои постановки, используя не только современные технические возможности, но и модные цитаты, аллюзии на художественные образы. Увидеть экспозицию, кстати, можно до 24 июля. Центральная городская библиотека имени Крупской запускает литературные прогулки по Самаре с литературоведом, краеведом и ведущим Самара ГИС Михаилом Перепелкиным. Первая прогулка «Ходим как пешков» Максим Горький и окружение состоится в эту субботу, 18 июня в 18:30. Участникам расскажут, как ходил известный советский писатель, с кем, куда и зачем, а также что было у него в кармане. В воскресенье 19 июня в музее Эльдара Рязанова состоится мастер-класс для детей «Зоотроп. Как оживают картинки». Ребят научат делать зоотроп и предложат придумать первый мультфильм. Кстати, зоотроп – это устройство для демонстрации движущихся рисунков, конструкция которого основана на инерции человеческого зрения. Также юным гостям музея Рязанова расскажут, кто придумал это устройство, как оно работает и как вообще развивалась анимация. Если вы заинтересовались, то спешите в музей. В воскресенье начало мастер-класса в 14 часов – но необходимо заранее записаться по телефону 332-05-16. В эти выходные по-прежнему работает кинотеатр под открытым небом «Филин» на набережной у Ладьи. В субботу программа с 16:30. Можно увидеть мультфильм «Мой сосед Тоторо», фильмы «День сурка» и «Загадочная история Бенджамина Баттона». В воскресенье открытый кинотеатр начнет работу с 5 вечера. В программе мультфильмы «В синем море в белой пене», «Каникулы в Простоквашино», «Дюймовочка», «Бременские музыканты», «Лоракс», а также приключенческий фильм «Парк юрского периода». Поэтому смело можно приходить всей семьей, наслаждаться фильмами и, конечно, волжским закатом. А на этом я с вами прощаюсь. Ярких и солнечных вам выходных!